Всем привет, друзья! В прошлый раз я уже начал серию обучающих видео для новичков и показал, как настроить КПП на заднем приводе. И сегодня покажу, как я настраиваю подвеску на заднеприводных авто. Рассмотрим опять же на примере Мустанга. Начну с того, что подниму пружины полностью вверх, а стойки опущу до конца вниз. Давление в шинах стандартное, передняя на 4 единицы, а задняя на 1. Накачка заднего колеса может немного варьироваться, от 1 до примерно 1,5, но чаще всего это 1. Пневма у меня опущен на минус 110. И давайте проедем в таком виде, чтобы посмотреть время. И как мы видим, время 11.160. Идем в настройки подвески и поднимаем пневму до минус 100. Чем выше пневма, тем лучше разгон. И едем 804 метра. Одиннадцать 144 уже лучше. Возвращаемся и поднимаем пневму еще на 10 единиц. И снова тестовый заезд. Одиннадцать 110, опять улучшение результата. И продолжаем настраивать. Поднимаем пневму еще на 10 единиц, до 80, и едем 804 метра. И мы видим, что стрелка возвращается назад. Мустанг ловит воздух. И время 11.163 ухудшилось. После того, как максималка стала резко падать и машина стала ловить воздух, опускаем пневму на 3 единицы и пробуем. И мы видим время 11.088. Это самый лучший вариант из тех, что были сегодня, и лучше, чем было до этого. В данном случае пневма настроена правильно или очень близко к тому. И имейте в виду, что КПП тоже надо адаптировать под подвеску. К примеру, вы настроили пневму правильно, разгон увеличился, а первая стала слишком длинной для этой подвески. Ее надо поправить, добавить мощности и подстроить другие передачи. Также можно попробовать опустить передние пружины. На некоторых машинах это помогает. И попробую опустить передние пружины на 4 единицы, до 6.6. Still.
и время 11.113 ухудшилось. Значит, на Мустанге это не работает. На Чайзере, например, помогает. Возвращаю передние пружины на 7, сохраняю и еду контрольный заезд. «11.091. И, пожалуй, на этом закончу настройку подвески. И еще раз вкратце расскажу схему. Пружины вверху, стойки внизу, передние колеса 4 единицы, задние колеса 1 единица, пневма примерно на минус 100 и постепенно поднимаем ее, пока машина не начнет хватать воздух. При этом будет резкое падение максимальной скорости. Как только нашли эту точку, опускайте пневму на 3 единицы, и это будет приблизительно верная настройка пневмы. Ну а у меня на сегодня все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Если еще не подписаны на канал, подписываемся. А с вами был Анубис и его Мустанг. До встречи в следующем видео.